Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня долгожданное видео покупки. Я собрала в этом видео все, что я приобрела за последнее время, и одежда, и много-много всего, я уже не помню чего даже. В общем, я буду сейчас поэтапно все это снимать, потому что всего очень много. Итак, поехали дальше. Одежда с сайта Телевер. Я заказала невероятные вещички, которые мне очень понравились, например, вот такая вот блузка. Она очень мягкая, приятная к телу, у нее необычный крой. Во-первых, это цвет, это пудра розовый, как смотрите, он мне идет. Сейчас вы увидите меня в нем. Здесь мне понравились вот такие длинные манжеты, очень классные и необычные пуговички с дырочкой. Сзади то же самое, здесь идут такие сборочки, как воланы получается. Она такая очень свободная, легкая, и мне кажется, под юбку карандаш, и как раз таки сейчас сентябрь, кто-то учится, кто-то на работу, но она и достаточно такая и выходная кофточка, и повседневная, то есть ее можно использовать как угодно. Ну и цвет вообще просто прекрасный, модный, трендовый. Посмотрите, как она на мне сидит, качество превосходное. Дальше, если говорить о покупках на осень, то это вот такой вот пиджачок. Он очень теплый, с подкладой. Самое интересное, что его можно использовать как пиджак, так и пальто, мне кажется, уже. На одной пуговичке выглядит очень стильно. И цвет такой, который подходит под все. Мне кажется, замечательно. Посмотрите, как сидит. Еще у них на сайте мне понравилась вот такая удлиненная худи, мне кажется, можно это назвать. Но она такая удлиненная, как платье. То есть это быстренько одел на себя, пошел с малым погулял там или еще что-то. Цвет розовый яркий, с капюшоном. Качество хорошее, приятное к телу. Здесь вот такой вот карман. Внутри оно утепленное, такое как бы... Ну, утепленный, в общем, теплый материал, в нем мы не замерзнем. Это как раз-таки на осень очень круто. И даже, ну, по дому ходить классно. Еще вслед за уходящим летом мне очень понравилось вот это платье. Оно удлиненное. И мне очень понравилась расцветочка и то, что оно не мнется, не марка. Я очень люблю такие вещи, поэтому что-то мне захотелось его взять. Пусть будет. И, может быть, вы помните, я заказывала вот такой вот пиджак, он из очень интересного такого материала, но я заказала к этому пиджаку еще вот такую юбку. Они продаются на сайте отдельно, и их можно как отдельно сочетать, так и взять костюмчиком. Вот такая юбочка. На сайте Telever я уже неоднократно заказываю вещи, мне они очень нравятся. Во-первых, это цена. Во-вторых, это качество, то есть мне нравится, как они делают вещи, то есть материал очень приятный, то есть не было еще ни одной вещи, которая бы пришла и прям мне совсем не понравилась. У них на сайте постоянные новиночки, то есть обновляется все, постоянные скидочки, так что я обязательно ссылки тоже оставлю под видео, заходите, смотрите. Поехали дальше. Не так давно я была в торговом центре, гуляла там, и это было еще даже сейчас уже прям похолодание, а то было даже еще жара-жара. Но тем не менее я зашла в магазин у нас в торговом центре «Горизонт», называется «Мохито», это такие там несколько новых магазинов открылось у нас в одном месте, только в Ростове, и решила зайти, и увидела случайно куртку.
цвет огонь, да? Я, честно говоря, не смогла устоять. Я увидела ее, там их висело всего две. Одна М-ка, вот это, нет, 36, да, 36 и 38. Нет, или даже 34. И я померила, ну, в общем, взяла чуть-чуть больше, чем мой размер. Вот мохито. Стоит она 3000 рублей. И мне кажется, у них сейчас нет, но возможно, возможно. Посмотрите, если кому-то понравится. Я от этого цвета просто обалдела. Во-первых, она легкая. Во-вторых, ну, не всем такие цвета, конечно, подходят. Но мне очень подходит именно по моему вселенная, футур, да, и я такая вся блогер, такая иду яркая. Вообще я заметила, что в последнее время мне хочется все больше и больше выделяться чем-то необычным, да, то есть были моменты, когда я красила волосы то фиолетовый цвет, то розовый цвет, и мне хотелось выделяться, чтобы как будто, ну знаете, как вот многие люди, которые занимаются творчеством и как-то взаимодействуют с аудиторией, то есть если мы посмотрим там на ту же ковровую дорожку какую-то, да, все вот чем-то выделяются, нет каких-то серых там людей таких, да, которые не хотят ничем выделяться. У меня, видимо, настал тот момент, когда мне хочется выделяться, я взяла себе шубу там невероятную, такую яркую, вот сейчас вот эту куртку, и мне хочется очки и шапка, и вот я такая иду, и чтобы сразу, когда смотришь на меня, было видно, что так, этот человек чем-то занимается, ну точно не в офисе, да. Хотя это все говорит о внутреннем мире, и человек может сидеть в офисе и при этом быть вот таким ярким. Я, в принципе, всю жизнь такой была. Ну, короче, вот такие мысли. Куртка, огонь, просто посмотрите. Эта куртка была не на распродаже, но также очень много распродаж было тогда, и... Хотя сейчас холодает и вообще не должно было быть распродажи, но я взяла себе на распродажу вот такие сапоги. Та-дам! Понимаете, я все ярче и ярче. На самом деле у меня есть одни резиновые сапоги, я их брала в каком-то магазине, уже не помню в каком, они очень стильные. Но за все время, даже когда я жила в частном доме, я их надела всего лишь один раз. Но когда я увидела вот эти розовые сапоги, они были еще по супер невероятной скидке, если честно, очень большая скидка, а так они стоили 1500 рублей. Я не буду говорить, за сколько я их купила. Они были последние, или там буквально их два были. И это 38 размер, он немножечко большой на меня. Ой, даже не 38, а 39. Чуть-чуть большой на меня, но мне кажется, под носочек замечательный. У них даже, смотрите, и подошва такая же, цвет. В общем, мне нравится, я решила взять. И, честно говоря, безумно кайфую. Я думаю, что я их буду носить, потому что они удобные. Вот те резиновые, которые у меня, они немного неудобные. Я как будто иду и чувствую каждый камушек. А эти более плотные, и, возможно, я их даже буду просто носить. Просто, вот просто. На осень, когда дожди будут, взяла, надела, прикольно. Согласитесь, цвет огонь. Потянуло меня на мерцание. Еще я нашла вот такой вот кошелечек. Красивый. Честно говоря, я не помню, где я его купила. Это... Такое бывает. Мне понравилось, как переливаются именно эти цвета. У меня очень много пайеток, очень много всего. Даже в магазине у меня все с пайетками. И рюкзаки с пайетками. Кстати, сейчас покажу рюкзак. К себе в магазин я закупила очень много рюкзаков разных цветов. Двусторонние пайетки, черные, белые, красные. Но мне вот понравился очень сильно вот этот цвет. И я его решила взять. Смотрите. Думаете, он зеленый? Нет, он не зеленый. Смотрите. Сейчас он синий. А вот так, смотрите. Я не знаю, как вам показать его, но он не зеленый, он не синий и не черный. Он просто весь переливается разными цветами. То есть, с одной стороны, у него черные пайетки. Матовые какие-то такие. С другой стороны зеленые. А если смотреть как-то по другим немножечко углом, вот, да, они синие. Я не знаю, видно вам или нет. Ну, короче, невероятный какой-то, весь переливается. Я взяла себе именно вот такой вот. У меня есть со змейкой, ну, в общем, на любой вкус. Ссылку на свой магазин я тоже оставлю под видео, потому что сейчас дальше пойдут у нас некоторые вещи, которые у меня там продаются. Например, вот такое вот платье замечательное. Есть оно еще с лампасами, сейчас я покажу. Здесь вот немножечко, ну, видите, как плечики открыты, а с лампасами точно такой же цвет. Серебряные лампасы по бокам,
тоже сидит, очень невероятно. Я вообще эти платья лапша очень люблю. Во-первых, они немного безразмерные, то есть они идут на S, M, может быть, даже на L. Но я продаю на S и M. Они очень красиво делают фигуру, то есть они ее как-то подчеркивают. Вот, не знаю, мне очень нравится, во всяком случае, на мне сидит превосходно. И я показываю в своем магазине всегда все вещи, меряю на себе, и видео, и фото, все снимаю в подробностях. Я заказала очень много таких платьев, есть и в сером цвете, и в черном цвете, абсолютно разные. Посмотрите, как сидит вот это платье. Я не все сейчас покажу платья лапша, модельки, которые у меня есть. Вот с такими лампасами еще мне понравились, белые, красные. У меня есть в цвете хаки, мой любимый, да, и в черном цвете. И как только я их купила и начала показывать своей подруге, мы с ней по WhatsApp на видео общались, она сразу такая: все, хочу, хочу. Я сначала взяла все по одной штуке, оказывается, все у меня начали разбирать мои близкие, я думаю, так, девчонкам ничего не остается. И пришлось заказывать еще, но на складе уже, на самом деле, ничего не было. За один день, вы представляете, за один день все разобрали. Так что мы ждем новой поставки. И я надеюсь, это видео я выпущу быстро. Заходите скорее в магазин, смотрите, что осталось. В общем, вот такие с лампасами. И еще есть там у меня модели, и еще есть разные цвета. Серые, бежевые, розовые, красные, зеленые, черные. В общем, разных цветов вот такие вот модельки. Также мне очень понравились вот такие курточки, я их тоже заказала, они у меня есть во всех размерах, это S, M, L, XL, размерный ряд у них идет. Очень классная, хаки, как раз таки под мои очки. Но вообще хаки цвет, он модный, он всегда модный, он под все. И девушкам многим идет, и блондинкам, и брюнеткам. То есть, мне кажется, замечательная курточка, она сделана такая в виде бомбера. В общем, посмотрите. Еще к себе в магазин я заказала невероятные сумочка, кошелек, клатч, вот такие вот няшечки. Очень модных трендовых всяких цветов, просто вообще красотища. Качество реально невероятное. Их можно носить как кошелек в сумке, так и вот здесь есть такие застежечки и идет ремешок в комплекте. То есть можно носить как сумочку. Цвета реально, у меня уже там полные образы все в магазине, то есть, да, вот платье. Я решила себе взять, кстати, вот такой вот комплект и ходить. Вот, кстати, в Европу поеду как раз-таки, и мне вот хочется вот так еще черную куртку сверху и мои ботильоны, если будет холодно. И мне кажется, это будет образ просто вообще огонь, огонь. Вот такие вот сумочки, здесь немного больше отделений. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Значит, змейки очень мягкие, ездят вообще просто как по маслу. Внутри у нас есть отделения, потайные отделения, потом отделения для визиток с одной стороны и с другой. Есть то же самое. Дальше идут два больших отдела и для мелочи. Это здесь у нас под змеечкой. Но сюда, мне кажется, можно легко вместить телефон, и даже что-нибудь еще, пудру, смотря у кого какая пудра, конечно. И дальше здесь открывается, здесь у нас тоже два вот таких вот отделения. Здесь тоже можно много чего сложить, мне кажется. Такой кошелек-сумочка, реально выбрали какой-то такой размер универсальный. То есть реально он смотрится как кошелек, но в то же самое время он очень вместительный и очень стильный. Цвета есть разные. Есть цвет голубой, есть цвет зеленый, есть цвет вот такой тоже. Только вот этой модели. Вот такой модели у меня два цвета. Это темно-синий и вот он такой беж, серый-беж. Здесь все то же самое внутри, то есть два отделения. Единственное, что вот здесь уже железненькая такая вот фурнитура. Также все мягенько. Здесь кожаная у нас застежечка. И здесь внутри на одно отделение больше. Именно вот здесь. Раз, два, три.
Там два, а здесь три. И все то же самое. Потайные карманы, для визиток все. И тоже ремешок идет в комплекте. О, оказывается, я взяла. Вот они, зеленые. Ну, у меня их, кстати, было немного. На сегодняшний день их все разобрали, но должна быть еще поставка, я жду. И есть еще немножко другая модель, тоже зеленый цвет, другая модель немножко. В общем, все в магазине вы увидите. Еще также есть вот такие малышки, есть розовенькие, есть черный, есть голубенькие и есть также вот такой серо-бежевый. Они малышки реально в любую маленькую сумочку, вот по сравнению с ними вот такие малышки, вообще совсем малышки. Здесь есть отделение для мелочи, да, вот они, два отделения для мелочи, вот они. И открывается вот так вот, здесь у нас визитки, фотография любимого. И вот полноценно можно денежки сложить. И они будут всегда ровненькие и красивенькие. Все, бросаем в сумочку. Тоже красивые цвета очень. Вот, эти кошельки безумно. Я вообще довольна, что я нашла такого поставщика. Реально качество. И я прям ищу что-то такое в магазин. Вот, что-то прям невероятное. То, что меня покорило, то, что я хочу себе. У меня мама, когда увидела, сразу такая, я хочу. Подругу увидела, я хочу. И говорю, так, у меня все в единственном экземпляре. Вот давайте, когда я буду делать следующий заказ, тогда я закажу всего много. И у меня практически за 1-2 дня уже все разобрали. Вот. Я не знаю, когда я выпущу это видео, с какой задержкой, но я постоянно делаю обновления в магазине, постоянно делаю заказы. И, в принципе, просто заходите по ссылке, подписывайтесь и следите за новинками. То есть, возможно, уже все есть в наличии снова. Совсем забыла про супер невероятные костюмы, которые сделали фурор у меня в магазине. Просто заказов было очень много. Я, мне кажется, у поставщиков забрала все, что там было. Это вот такие невероятные костюм-юбка. Тоже цвета разные есть, голубой, бежевый, темно-синий, бордо, очень красивый цвет. Вот такая пудра розовая. Очень мягкая ткань, то есть вообще ни разу нигде не колется, потому что всегда, прежде чем что-то приобретать, что-то к себе в магазин, я обязательно это возьму себе своего размера. Поношу, попробую. И если мне это действительно нравится, тогда я беру это к себе в магазин. Было часто такое, что есть какие-то модельки, которые мне очень нравятся, но к телу они неприятные, они немного колят. И я не хочу, чтобы мои девочки тоже испытывали какой-либо дискомфорт. Поэтому вот эти модельки, эта ткань просто очень мягкая, практически не мнется, то есть вот они лежали, да, у меня, и вот только есть вот, ну, как бы немножко им нужно отвисеться, да, но они не мнутся, когда они, после этого они уже были сложены у меня вот так вот в пакетах, то есть я их прекрасно достаю, и они не мнутся. Очень красивые цвета, очень мягкие, здесь вот такая вот фурнитура красивая идет с кармашками. Вот. Юбка достаточно такая удлиненная, то есть она не короткая, она по колено где-то. И вот такой свитер с открытыми плечами, тоже здесь у нас идет такая фурнитура вся красивая. Этот размер, что мне очень нравится, он универсальный, то есть этот костюм идет на S, M и L, one size такой вот идет. Длинные рукава, то есть это тоже, да, чтобы не было ничего короткого. Теплый, легкий, мягкий, ну что может быть еще? И вот эти вот украшения, честно говоря, придают очень-очень много женственности для девушки. В общем, посмотрите, как он сидит, он невероятный.
ссылочки, все вещи из моего магазина вы можете увидеть на страничке в Инстаграм. Я оставлю под видео прямую ссылку, даже если вы не зарегистрированы в Инстаграме, вы можете по ней пройти, посмотреть, все-все посмотреть, даже не зарегистрировавшись, и где вам удобно сделать мне, в принципе, заказ. У меня также делают заказ и ВКонтакте. Все ссылки под видео, может быть, вы у меня есть ВКонтакте, но не зарегистрированы в Инстаграм. Точно так же вы можете написать мне в директ этого магазина. Лучше заказы делать именно в магазине. Там они обрабатываются быстрее всего. Потом я захожу к себе на страничку или ВКонтакт. И это во вторую очередь обрабатывается. Поэтому, в принципе, вы можете заказы сделать где угодно, где до меня допишетесь. А вещи посмотреть по прямой ссылке это может сделать каждый. В общем, очень много новинок к осени. Я стараюсь, я просто жонглирую супермодными вещами. Поэтому обязательно заходите и смотрите. Эти покупки меня безумно порадовали, и я рада, что я могу порадовать еще и вас. Все, я люблю, целую. Если понравилось мое видео, что-то вы себе приглянули, обязательно ставьте лайк мне, потому что это видео очень сложное было, я его записывала в несколько этапов, пока все перемерила, пока все показала, пока все собрала, пока все купила, представляете, сколько стараний. Поэтому мне будет очень приятно, если вы поставите этому видео лайк. Если вы поделитесь этим видео с друзьями, я вообще буду непременно счастлива. А если вы еще не подписаны и подпишетесь, то я вас уже люблю. Все, целую, обнимаю и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!